Пацаны, всем здорово, попали на канал Дяди Некит. И сегодня у нас с вами будет новый, во-первых, Форбин Барси. Старый, блядь, сука, пальцем ударился, больно мне. Старая вот висит, вот, там с Месси. А это новое, это уже сайт с кем? Вот с этим челом, с Неймаром. Ладно, давайте нормально, без рофла. Сегодня карьера за Барселону, вторая часть. Первую часть вы так себе оценили. Ну, в принципе, как и все видосы у меня на канале. Но многим она зашла. Поэтому, пацаны, вторая часть. Давайте, последнее предупреждение. 15 лайков, если не набирается, больше карьеры за Барселону не будет. Пацаны, ну а спонсором этого ролика является букмекерская компания OneWin, где очень надежный вывод средств, спортивные дисциплины, пацаны, высокий выбор просто состава, пацаны, большие. Что вы сами знаете, что большие, пишите в комментах. Ну и, конечно же, один из самых надежных букмекеров, пацаны, в России и не только. Пацаны, зацените этого букмекера, можете по ссылочке в описании, пацаны, либо в закрепленном комментарии. И также не забывайте про мой промокод DYADY77, который даст вам, пацаны, приятный бонус на старте. Не забывайте и регистрируйтесь. В прошлом выпуске, в прошлом ролике мы остановились на таком вот составе, сейчас я вам его покажу, зацените, прицените, 90 на 14, Месси и, конечно же, вот этого чела прокачали мы, но я на этом останавливаться не собираюсь, потому что мы идем к сотому рейтингу, ребята, поэтому мы заходим опять в лигу, играем 2 матча. Я запомнил, сколько я тогда забил. Я забил 13 и 8. Соответственно, сколько? 21. Мне нужно забить 9 голов, чтобы прокачать еще одного игрока. Изи, в принципе, но это будет сложно. Кстати, против моего брата Максима 112 рейтинг. И давайте, если мы играем против больших рейтингов, то не 10 голов один игрок, а 5 голов один игрок. Потому что сложно забивать голы, там одни контратаки. В общем, давайте. Если рейтинг ниже 100, то... тогда по 10 голов, и тогда один игрок. Если рейтинг выше 100, там 101, 102, там, ну, 100, 112, то тогда 5 голов, это один игрок. Потому что очень сложно забивать по 10 голов таким большим рейтингом, это пипец, нереально. Но 5, даже вот вы сейчас увидите, как я играю, это аккаунт моего брата Максима, 112, вот этот рейтинг. И вы сейчас увидите, как я буду против него просто играть, и вы сейчас просто увидите, как сейчас будет идти игра. Контратака, пацаны, про что я вам и говорил, то что либо контратака, либо какая-нибудь хуйня. И опять, смотрите, он проходит с контратакой, напоминаю, пропущенный гол, как за 2 считается пропущенных. Нет, нет, не терять, не упускать игрока. Обороняться я вообще не умею, пацаны. Есть, все, отбились. Пацаны, вот он, хороший шанс забить первый гол в этом матче, и мы это делаем. 1-0, пацаны, немножко подлагивает. Месси получает шанс. Месси, это гол, потому что это Лионель Месси. Потому что это Лионель Месси, пацаны, 2-0. Так, пацаны, опять Месси, вижу, забегает. И за Месси можно вот такую пушечку ёбнуть, и это мимо. Опять вижу, забегает Лионель Месси. Месси, 3-0. Нужно еще 2 гола, и тогда мы меняем одного игрока, либо прокачиваем. Но я надеюсь, все-таки прокачать, потому что менять как-то тоже нету желания особого. Я же дал обещание, что я за них буду. Блин, я забыл форму, пацаны, поменять. Сейчас вот во втором матче я поменяю форму. Все время забываю поменять форму. И забивать голец. Да, пацаны, 4-0. Нужно еще один гол. Еще один, пацаны, еще один. И это игрок. Это просто игрок. Опять контратака. Ненавижу я контратаки. Пожалуйста, уберите эти контратаки, сука! За 2 пропущенных, пацаны, у нас только 3 гола получается. Лонгшотик можно ударить. Удар, пожалуйста, есть. Еще один гол, пацаны, еще один гол. Типа, за 2 идет. Давай, чел, о да, именно этот игрок забил в прошлом выпуске гол первый. То есть он первый открыватель этой рубрики за Барселону. И он первый, кто забил голы вообще. Так что вот так вот ему вообще уважуха. Кидай, вот он опять он. Так, он даст пас. Ты дашь пас, блядь? Дашь пас сегодня или нет? Или будешь бить поворотом? Сибалес, хорош, 7-1, шикарно, последняя атака, пацаны, что я здесь делаю, нужно вешать и забивать головки, да, 8-1, пацаны, есть, да, шикарно, мы меняем одного игрока 100%, гарантированно, гарантом, идеально залетает, но сначала, пацаны, мы меняем форму, так, нужно формы, форма у нас Барса, пацаны, потому что это стиль, да, вот, видите, мы удерживаем и вот сюда выбираем, все, пацаны, теперь у нас Барселона стоит, и теперь нужно прокачать нам игроков, я даже знаю, как и кого прокачивать, смотрите, пацаны, 90 на 14, запомните этот рейтинг, теперь его больше, наверное, не будет, мы качаем нападающего, я хочу нападающему дать вообще вот так вот, плюс 9, Нападающий у нас из серебра становится в золотого игрока. 71 рейтинг. У нас нападающий Сибалес. Сибалас. Как-то так. 91 на 14, пацаны. Е-е-е, да-да-да. Дяди, сегодня будут очень интересные матчи, пацаны. И
OneWin предлагает очень интересные ставки на эти матчи. Если ты хочешь вместе со мной зарабатывать, то переходи по закрепленному комментарию, пацаны, используй мой промокод дядя77 и смотри эти матчи вместе со мной на сайте OneWin. OneWin, время побеждать. Пацаны, я вам говорю то, что мы медленно и верно идем уже к сотому рейтингу. Пацаны, я здесь решил зайти на рынок и приценить игроков Барселоны. Я сейчас наперед, на будущее куплю игрока Барсы. У меня 97 тысяч. Я хочу купить какого-нибудь рандомного любого игрока Барселоны. Ну, конечно, само собой, за разумные деньги, да. И вот, я хочу купить игрока Барселоны. То есть, если вот, ну, в следующем матче я там забью голы, и я его поставлю в свой склад, пацаны. Вот, отлично, у нас Роберто был, сейчас Роберто, нужно просто трейдофить, пацаны, да. Так, давайте, окей, меньше 72. Блин, ну я думаю, есть. В Барсе нет проблем, не было никогда проблем особых с игроком. Пацаны, мы можем купить легенду, пацаны, давайте купим легенду. Покупаем легенду, пацаны, 68 тысяч, похер, мы отдадим все деньги за эту легенду. Брэд Уэйт, пацаны, я пока что его не ставлю, по обещаниям, да, нам нужно сначала забить, хотя, нужно еще 3 гола забить, пацаны, потому что в прошлом матче мы забили с вами 8, плюс минус 2, потому что мы пропустили гол, того получается 6, и нужно забить всего лишь 4 гола, 4 гола, и мы прокачиваем еще одного игрока, вернее, Брэдвей доставим, и все шикарно. Да, вы смотрите, рейтинг большой, пацаны, и наконец-то, смотрите, теперь как красиво сосны это смотрится. Я сменил форму. Теперь у нас форма Барсы, черная. Хотя форма Барса не черная вовсе. Месси, ну ты должен такое зарешать. Месси, ну ты должен такое зарешать. Месси! Нет, Месси не решает, приколитесь. За Барселону, кто за эмблемку биться будет? Смотрите, я Барселону уже везде сделал. Барселона на фоне, Барселона форму в игре добавил. Барселону форму сейчас одел, пацаны, блядь, я... Сейчас просто Барселона сплошной сейчас. Наконец у нас отличный момент. И удар по воротам. Первый гол. Опять, кстати, этот чел забивает первый гол. То есть опять он первый открыватель. Сука, блять! Минус один, пацаны. Статистика минус один. Я пропустил гол с автогола, блять. Пиздец, вообще моментов нет, блять. Дают какую-то хуйню ебучую. Вот, наконец-то штрафной за Месси. Месси, клади. Просто клади, блять. Клади нахер. Пацаны, надо еще 4 гола. Пожалуйста, блин. Мы гол пропустили, это вообще кошмар. Педри. Передача. Типа Брэд Уэйта, пожалуйста, хорошо, 3-1. Так, еще 2 гола, пацаны, 2 гола. Месси, хорош, Месси. Последний гол. Блять, опять это контратака, опять с этого же фланга, сука, ненавижу. Выноси, блять, мяч, выноси, нахуй! Пацаны, отсюда штрафной. Я без понятия вообще, как ебашить его. Ух! Опасненько, пацаны, опасненько, ебать. Вот он шанс, вот он последний шанс в этом матче. Удар! Сейф вратаря, пацаны, угловой будет? Да, он даст угловой, пацаны, угловой это наш последний шанс. Надо забить углового, пацаны, просто нужно забить углового. И все, Месси, сделай хорошенькую. Блять, Месси, сука! Нахуй! Короче, пацаны, пизда, но мы все равно прокачиваем игрока. Ну как прокачиваем, мы все равно ставим легенду. А кто у нас легенда Барселоны, самый лучший футболист Дании? Это Брэд Уэйт, пацаны. Ставим Брэд Уэйта и не паримся вообще с нихуя, пацаны. Брэд Уэйт. Да, то, что мы пропустили гол, это плохо, но Брэд Уэйт, он зарешает, пацаны. Я вам говорю, он зарешает. Просто где Брэд Уэйт? Вот он. И сразу, смотрите, Брэд Уэйта поставил, сразу 92 рейтинг стал. Сыгранность 14, пацаны. И мы можем, кстати, прокачать... Сегодня, пацаны, в ролике мы прокачали наш состав Барселоны на 2 ОВР. Теперь у нас 92 на 14 Барселона карьера. Шикарно. Нужно еще 8 рейтингов, и тогда Барселона у нас будет уже 100 рейтинга. Это просто сасная Барса уже получается. Да, у нас теперь стало больше золота, но нужно добавлять, прибавлять элитные карточки. Второй выпуск, пацаны, давайте 15 лайков. Традиция специальная, и будет уже даже третий, а может быть и четвертый, а там и пятый. Короче, жду от вас актива, пацаны. С вами был дядя Некит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, верьте в Барсу и Спартак. Вот, целуйте блемку. Ну и всем пока, народ. Я вас люблю, не теряйте.